Решать гаражный вопрос во втором микрорайоне будут в несколько этапов. Вскоре здесь планируют заняться облагораживанием территории и обустройством парковочных мест. Однако сперва придется разобраться со старыми гаражами. Судьба более десятка гаражей, находящихся на пересечении улицы Северной и маршала Жукова, незавидна. Люди просили убрать их годами. Гаражи стоят разные по формату, разные по высоте. Очень некрасиво. Портится вид города самого. Если их снести и сделать здесь аккуратную стоянку, вид будет совершенно другой. Власти уже давно начали работу с местными жителями. Владельцам незаконно установленных гаражей решили пойти навстречу. Снос ракушек начался не год назад, а лишь теперь. Год уже, не знаю. Мы хотели раньше сносить, но там вопросы и у нас были. И они попросили для того, чтобы решить свои какие-то вопросы, которые, ну, хранение и так далее. Мы до весны подождали. Есть у вас там что-то внутри-то, получается? Внутри есть покрышки, велосипеды, санки. По словам представителей власти, теперь развитие ситуации зависит от бюджетных средств. Планируется, что вскоре на месте старых гаражей появится парковочная зона на 100 мест. Святослав Саенков, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».